Сенсация, сенсация, сенсация! Новые бедствия, новые катастрофы, трагедии, трагедии, трагедии! Земля теряет атмосферу. Земля теряет атмосферу. Теперь можно объяснить все. Наводнения, пожары, катастрофы. The Earth is losing its atmosphere. Sensational indications of world satellites. The Earth is losing its atmosphere. Now and only now, the floods, the fires and the catastrophes have found their explanation. The Earth is losing its atmosphere. Where are the everlasting and permanent laws of nature? Небывалой силы ураганы проносятся над планетой. Сенсация, сенсация! Земля теряет атмосферу. Новые бедствия, новые катастрофы, трагедии. Пусти, я сяду на весла. Давай. Какой-то остров-то странный. Вы говорите по-английски? Как вы себя чувствуете? Что-нибудь болит? Проще спросить, что не болит. Могло быть хуже. Врач вас осмотрел, говорит, ничего серьезного. Где я нахожусь? Я принесла кофе. Со мной был товарищ. Все в порядке. Как дела? Может, вы скажете, где я нахожусь? В безопасности, мистер Клименко, в полной безопасности. Вот ваши документы. Это мусоропровод. I don't understand you.
Включить аварийную систему. Приготовиться к эксперименту. Защиту. Внимание! Внимание! Всем постам! Всем постам! Если они сейчас не взорвутся, вы станете самым знаменитым человеком, профессор. Я вас поздравляю, профессор. Детонация нашим шарикам не страшна. К сожалению, пока только при наличии постоянной температуры. Что вы предлагаете? Следует ожидать, что потеря воздуха станет заметна жителям равнин примерно через 8-9 месяцев. А года через полтора начнет задыхаться вся планета. Это очень небольшой срок, если учесть, что причины потери атмосферы до сих пор не ясны. Возражения против торговли воздухом юридически не имеют никаких оснований. Не подлежат продаже только те товары, которые включены в специальные списки. Это, например, наркотики. Имеется ли в этих списках воздух? Разумеется, нет. Возражения против торговли воздухом не более чем необоснованное предубеждение. Сванте Энгельбрект. Это имя было известно и уважаемо в ученом мире. Теперь оно будет священно для всех людей Земли. Сванте Энгельбрект погиб 2 года тому назад. Но сделанное им открытие дает человечеству надежду на спасение. Вы видите кинокадры 5-летней давности. Профессор Энгельбрект в созданной для него лаборатории. Сюда известный ученый был приглашен из Швеции. Мы гордимся тем, что это замечательное открытие он сделал в нашей стране. Выдвинутая им идея супервоздуха реальна. Тяжелые времена. Пора подумать о защитных мерах. Наша телекомпания получила сегодня право широко поведать о них миру. Эта программа через спутник Телестар сейчас передается на Европу и Азию. Практически нас смотрит весь мир. Гений ученого нашел свое воплощение в виде небольших шариков, наподобие этих. Одного шарика вполне достаточно, чтобы обеспечить себя воздухом на сутки. Такой плотности вещества никому на Земле получить не удавалось. Мне поручено сообщить, что фирма «Супервоздух» начинает широкую продажу капсул. Фирма надеется, что наиболее дальновидные люди не будут ждать, пока катастрофа охватит всю планету, и уже сейчас начнут приобретать капсулы Энгельбректа.
не должны допустить взрыва, профессор. Если такое количество воздуха вырвется внезапно, мне трудно представить все последствия. Это будет невиданная катастрофа. Вы понимаете это? Возьмите себя в руки, мистер Клименко. Что вы предлагаете? Воздух нужно постепенно, понимаете? Обязательно постепенно возвращать в атмосферу. Вы можете это сделать. Могу. Для этого прежде всего нужно отключить всю аварийную систему острова. Выходы открыты. Воздух на свободе.